Ивановцы собирают корзину добра для мамочек, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Инициатор акции – общественная организация «Колыбель» призывает всех неравнодушных горожан помочь в сборе продуктов для мам и их деток. Есть действительно неравнодушные люди, которые готовы помочь нуждающимся, но просто не знают, как это сделать. И благотворительная акция «Колыбель» и «Корзина добра» позволяет комплексно решить эту проблему и создает комфортные условия для людей, которые хотят помочь нуждающимся. Они могут пожертвовать продукты в удобное для них месте, в магазине, или привезти непосредственно в офис «Колыбели». «Корзина добра» – акция круглогодичная, ведь продовольственные товары нужны буквально каждый день. Ежемесячно в «Колыбель» приходит около 200 женщин, которым помогают с продуктами и бытовыми принадлежностями. Пара пакетов с провизией могут значительно облегчить жизнь молодым мамам. «Колыбели знаю давно, об этой акции узнала только что от своей подруги. Помогаю, потому что считаю, что такие организации очень важны в нашем обществе. Они помогают чувствовать женщинам себя защищенными в те моменты, когда они совершенно в ужасные ситуации попадают или в какие-то неблагоприятные условия». В числе товаров первой необходимости – крупы, макароны, растительное масло, консервы, печенье и детское питание. Словом, все то, что имеет длительный срок хранения. Полезны будут и средства гигиены – мыло, шампунь, стиральный порошок, а также детские подгузники. Обратилась я за помощью в 2015 году. Вот. Мне здесь очень помогли. Давали наборы продуктовые. Детишкам с вещами очень хорошо помогали. Продуктовый набор нам очень помогает. Как его? Спасибо огромное «Колыбели». Вот. Без их помощи, конечно, не знали, что делали бы. Для тех, кто хочет помочь, но не может найти время приехать в офис «Колыбели», волонтеры организовали дополнительную точку приема продуктов в гипермаркете «Лента» на улице Лежневская. Там в преддверии Дня проявления доброты будут дежурить сотрудники «Колыбели». 15 февраля с 10 до 17 часов, 16 и 17 числа с 13 до 15 часов дня. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.